Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию с уловок главкома гостей. Сергей Витальевич, ваш комментарий. Ну, знаете, что такая игра будет, готовиться к этой игре. Понятно, что здесь футбол играть нереально, невозможно. Но это наши реалии, условия наши, поэтому, конечно, футбол, я думаю, мало доставил такое удовольствие. Но проиграть, потому что допустили единственную ошибку, которую допустили, а свои полномент не использовали. Все, спасибо. Спасибо. Коллеги, вопросы? Нет вопросов. Слово Олегу Санычу. Ваш комментарий. Ну, я скажу, очень приятно победить очень сильного соперника. То есть мы знали, что и готовились к этой игре, то есть просматривали их игры. И очень сильно выглядела команда на самом деле. В этих матчах, то есть где-то невезение какое-то было, где-то еще что-то. Поэтому настраивались, играли от обороны. То есть сыграли три защитника центральных. Ну, принесло успех, слава Богу, то есть довольны. Поэтому поздравляю болельщика с победой и свою команду. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы? Можно? Пожалуйста. Пресс-служба Градеев. Скажите, а наличие Пашенькова в составе, это определенный риск, либо он уже готов по кондициям? Да нет, он просто привыкает к игре, потому что, я думаю, еще минимум полтора месяца он еще будет только тренироваться. Спасибо. Коллеги, вопросы? Нет. Спасибо. Наша пресс-конференция. Спасибо.